Смотрите, мужики, на кого стоит оранжевая метка, это значит она примерная. Это люди с ролью типа Неприкаянных. прикрыть кого-то, но вот первыми не лезть. То есть Роня там рикошики прикрывает, если они будут отступать. Борзай тоже прикрывает. Рик, Шики, Лавкин, Шайтан, у них у всех оптика, у всех метки почти, ну, точные. Почти. Вот, вы с этих позиций должны увидеть вдаль более-менее относительно тоже. Метров 300, ну там, смотря куда смотреть. То есть видите врага, в целом можно без команды даже сразу стрелять и убивать его. И если что, отходите назад. Видите то, что враг уже близко у вас. Все, отходите назад на Софи, на Декима, на меня. Ну там уже по ситуации прям можно что до триггера отступать, если нас очень сильно давить будут. Потому что я почти уверен, что придет толпа народу. Мне бы вот ровно на юг кого-то. Ну, подкни метку, пусть. Куда тебе надо, человек? Куда-то зеленую, наверное. Мне достаточно тебя найти. Я на холме камень здоровенный такой. Я за камнем выглядываю. Если это не стреляют свои метки, то тут со звуками что-то вообще, да? Мэрами скрикнули. Я же сказала мне. Не, почему беда? Прям четко слышно, откуда было. Ронь, на 120 можешь подняться? Да, вот на этот холм. Я пусть ни туда не могу смотреть, мне не хватает. Если что, с него просто вниз с низинку сбежишь, я тебя прикрою тут. Да, я смотрю как раз таки юго-восток дорогу. Так, вижу 130, кто-то подходит к дороге. Там ТМР, скорее всего, отступает в дороге. Калаш у него. Он разбился. Надо было на весу, я же сказал. Да я так и сделал. Шайтан, у твоей метки своих не должно быть. Я понял, да, там враг, скорее всего. У нас броники песочные, этот зеленый. Это русские фармы. Феликс, ты мой юг кроешь. Дорогу уже перешли. Лавкин, у тебя на юг есть обзор? Ну, до холма Феликса и наверх. Шайтан, работать не можешь?
Выцеливаю. Лапкин, ходи западнее, чисти новую позицию. Можем за всеми где-нибудь еще. Ты че на ю бежишь? Тебе сказали шики меняться. Ебей, а где он, блядь? Шики на север. Семерки летают. Близко, близко. Лавкин, можешь ходить западнее, искать себе новую позицию. Забудь про позицию. Шики. Да, одного отработал. Я рядом еще. Можешь спуститься чуть юго-восточно. Шики на тебя. Позицию шики куда-нибудь примерно. Южнее иди. Юго-западнее, южнее. Сейчас дам метку. Пакет, ты свою плашку забыл. Да я и оставил специально. Да-да, куда ты? Еще. Нажмите кнопку кто-то. Меня. СВДшника убил. От меня ровно восток. Дал метку. Отделение. Противник, да, стреляет? Калаш вроде. Глушитель. Я убил. Что-то прилетает. Да-да-да, с запада. Да-да-да, ушел от них. Можешь назад выходить, я сказал, тебя не будут стрелять. Феликс. Да-да. Тянет РПГ. Морозай, ближе ко мне, смещайся. Две семерки на юге выстрелили только что. Морозай. А, я вижу шики. Где? А нет, стоп, нет. Да хуя их идет. У кого контакт? Ты убил кого-то? БТР, пора прячь. С РПГ был. Они сейчас зажгли на все. Повтори. Труба есть? Да. Ты сможешь этот БТР выбить? Который, дай метку на него. У тебя рядом. В смысле, возле этого? Он на метке Чайкана стоит. Да. Я могу к тебе подойти и выбить его, если не, нужно. Не надо, Чайкана. Шики жив? Да, у меня все окей. Спинник работает. Темку я работаю. Морозай, работай на север. Понял? Рано, сидите на своих позициях. Так, за дорогой 120. Роня, дал метку. У нас противник вот здесь, смотри. Я метку дал. Лавкин жив? Да. А вот БТР работает в упор. Сейчас просто с одним борзаем так. Я с борзаем рядом, что вы подходите? Нет, за камнем залез. Задымляется. Сейчас босс, парня. Феликс живой? Подавил там его немножко по дымам. Это он работает. За камнем? В дыму? Он за дорогой был. Ага, окей, да. Харки отпустил на своей. Чем? Это семерка или что? Лапкин.
живой. Я живой, меня спали, я вам расскажу. Да, я вижу. Бля, с запада по нам. Бортаю, ебали. Рик, смотришь, позицию бортаю. Там бил одного, плотное. Блядь, все, надо уходить, нас спалили. Дэкин живой? Да, да. А ты бил сейчас? Да, да, да. Кто сейчас на холме ранил кого-то? У меня пизда. Не добил, походу. У меня пизда две. Вот теперь добил. Там, где ты на холмике одного ранил, подстрелил, там еще один, правее за камнем. Принес. Я ничего не делаю пока. Я не тебе, Харт. Да он не. Прямо за трупом, за холмиком. У меня БТР. Подстрелил. Да, убил ты его, да. Там за этим холмиком левее еще. Смотри мои метки. Понял. А, синенький домик такой беленький, слышишь, на севере, за дымами. Там противник на дороге. Я смещаюсь, он знает про меня. Мужики, БТР от шага не выбей, да? Нет, нет, только колеса я разве что. Сейчас враг стреляет, да, с севера? Да. В меня прилетало. Блять, труба! Иди. Я куда БТР прикрываю. Давай, я с тобой. У меня ГП-шит. Возле коровника, маленького деревянного. Восклицательный знак дал, там противник. Чей-то нету его здесь. Я работал. Сзади что-то едет. Есть, 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 Лавкин, есть 100%. Не могу, он жужжит у меня за горкой, прям в упоре. Вот он стреляет. Так, я бы в триге не совался, в своей ёбан. Что, 13-ка едет с юга?
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.